братский легковушка и пассажирский автобус не поделили дорогу. А столкновение отечественный автомобиль почти разорвало, поэтому без жертв не обошлось. На месте погибла 26-летняя девушка-пассажирка машины. Все произошло ранним утром на территории одного из спальных микрорайонов Братска. Удар был сильным, поэтому некоторые жители рядом расположенных домов проснулись. И одной жертвы не обошлось. Пострадали еще трое человек. Их госпитализировали с различными травмами. Это водитель легковушки и двое его пассажиров. На момент совершения дорожно-транспортного происшествия в автобусе находился водитель и один пассажир. В настоящее время сотрудниками полиции проводится по факту совершения дорожно-транспортного происшествия проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия совершения аварии. Свою проверку по этому ДТП проводит и прокуратура. А вот в аварии с легковушкой и тепловозом поставлена точка. Накануне в Иркутске сотрудники ГИБДД задержали водителя, который столкнулся с подвижным составом и скрылся с места аварии. После поимки выяснилось, что у 29-летнего нарушителя не было прав. На него составили административный протокол.